Эта станция анализирует грозы и служит предохранителем для остальных. Они все подвержены ударам молнии, которые могут стереть данные из них. Так что в случае опасности они автоматически отправляют все на сервер. Просто убедись, что она работает. Кажется, надвигается буря. А автоматическая передача не работает. Нет времени программировать. Надо связать передатчики станции вручную. А потом забраться на здание Оскорб и настроить приемники. Первый передатчик у меня над головой. Так, мои линзы подсветят передатчики красным. Есть. Теперь добавим звенья в цепочку. Здесь становится страшновато. Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит. Еще один. Не время праздновать. Изоляция костюма пока справляется, но много ударов я не вынесу. Прекрасно, пока не пытается меня убить. Этот настроен. С научной точки зрения мне все понятно, но все равно есть ощущение, что Вселенная хочет меня убить. Это весь город – большая электромухобойка.
Начинает получаться. Если не поспешу, зажарюсь. Так, пора забраться на башню Оскорб. Надо повернуть их от спутников по направлению друг к другу. Удалось. Итак, паук сплел сеть данных. Все научные данные перенаправлены в Оскорб. Работа Гарри спасена, а я наконец-то спрячусь под крышей.